Сейчас о новостях культуры. Разве можно так жить в старом доме, задают зрителям сложный вопрос, ответ на который каждый может найти в себе или в своей семье. Режиссер Джемма Аветисян поставила пьесу Карины Бесолти «Наизнанку». Это современная драма, действие которой происходит на Северном Кавказе. Героиня спектакля пытается расследовать самоубийство сестры, при этом «Наизнанку» — это не детектив, а психологическая драма. Авторы спектакля размышляют о домашнем насилии, неприглядных сторонах патриархального общества и о месте женщины в нашем мире. В театре не педалируют национальную тему. История может происходить не только на Северном Кавказе, в любом уголке мира. Публика уже видела читку этой пьесы и могла обсудить поднятые авторами вопросы в рамках проекта «Дисциплина». И вот теперь «Наизнанку» превратили в полноценный репертуарный спектакль. Там тут же какие-то феминистические там вопросы, которые сейчас поднимаются, они там тоже есть в этом тексте. Вот мы решили копнуть в какую-то внутрисемейную еще историю, то есть понять, откуда, в принципе, берется эта жажда вот такой агрессии. А чаще всего это связано с семьей, с детством, и об этом говорят сами герои.